Всем привет! Это самогонный аппарат Магарыч на 12 литров. Холодильник, сухопарник, термометр. Температура внутри 88 градусов. Вот идет процесс. Капает напиток. При заправке в 10 литров браги беру примерно 2 литра 40-градусного напитка. Потом повторно перегоняю. Аппарат новый. Вот как бы решил поделиться всеми. В принципе, пока все нравится. Единственное, вот под большой гайкой горловины заливной было неплохое соединение. Взял гайку, подобрал силиконовую прокладку на рынке за 5 рублей. Как бы все работает. Никаких утечек нет. Все на гаечках. Все хорошо. Все.